Честно говоря, бой, конечно, был трудный. Это парень не подарок. Мы видели его бои. Где-то в начале переменным успехом шел бой. Как бы я так думаю, я-то знаю, в чем дело, почему так бой пошел. Потому что как бы болезнь сказалась. У нас Артур болел. Многие, кто как бы был рядом, те знают. Сегодня он через «не могу» дрался. Бой выиграл по-настоящему, все, никаких сомнений нет. Он все делал то, что вы ему советовали? Не все делал то, что я ему советовал, потому что он не мог этого делать, у него не хватало дыхания, не хватало сил. Конечно, если он все делал бы так, как я, и если бы у него хватало кислорода, тогда бы он бой, может быть, закончил и досрочно. У него где-то он в углу где-то попал, где-то не дорабатывал, где-то себя экономил. Ударив в угол, зажав, уходил назад, дал выходить тому с угла. Вот эти какие тактические ошибки, конечно, были. Но я как бы списываю все это на болезни. Ну, американцы все, в принципе, я вот как знаю, они, у них слабых бойцов нет. У них очень жесткий отбор. Я видел, как у них ребята тренируются, как они дерутся. Поэтому даже вот я читал в интернете, никто не говорил, что Артур выиграет этот бой. Я вот по интернету читал, но... Был маленький шанс, вот он этот шанс использовал.